Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня готовим очень вкусное постное печенье. Здесь у меня 40 грамм гречишного меда, 100 грамм сахара и 50 грамм воды. Поставили на огонь, постоянно помешиваем, доводим до кипения и провариваем где-то 2 минуты. Как только закипит, у нас образуется вот такая пена. И мы просто немножко с вами проварим. Сняли с огня, пена сразу оседает. Все у нас прозрачно, все разошлось. Теперь добавляем немного соли. И пол чайной ложки соды. Пена у нас сразу тоже образуется. Это мед гасит соду. Густая такая пена получится у нас. Теперь еще горячую массу переливаем в блюдо. Вот такую чашу я перелила. Так, добавляем 45 грамм растительного масла. И нужно перемешать. Теперь вводим половину муки. И размешаем. Еще часть муки введем. Ну, так и до конца. И остатки. Теперь можно уже руками вымесить тесто. Оно получается не липкое, очень такое ароматное. В такое тесто по желанию можно добавлять специи. Но я решила обойтись одним только медом в этот раз, потому что мед у меня очень такой ароматный. И решила этот медовый вкус ничем не перебивать. А так вообще можно добавлять и корицу, и мускатный орех. Все, что вы любите. Вот такое тесто мы выкатали. Очень такое вот податливое, очень интересное. Так, теперь мы его должны раскатать и вырезать наши печенюшки. Чтобы оно лучше раскатывалось, можно немножко припылить. Чем-нибудь можете сделать такие вот кругленькие печенюшки. Печенье выпекаем при 200 градусах около 7 минут. Ну вот такое красивое печенье у нас получилось. Оно очень-очень ароматное. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Вот так вот. Вот. Такое вкусное печенье. Можно взять на работу, можно детям в школу. Пробуйте обязательно, оно вам понравится и не надоест. Его можно готовить каждый день. Готовится очень-очень быстро. И тесто готовится быстро, и выпекается очень быстро. И такое вот вкусное, чудесное печенье получается. Приятного аппетита и до нового видео!